Друзья, всем привет! Находимся в поселке Чедаевка Городищенского района Пензенской области. Я еду со сборов, меня дома не было 22 дня. Не видел свою супругу, своих детей 22 дня, очень сильно соскучился. Вообще, этот видеоблог я посвящаю не только своей любимой супруге, но и всем женщинам, которые соблюдают верность своим мужчинам, которые ждут своих мужчин. Это очень дорогого стоит, девчонки. Спасибо вам огромное. Спасибо, Инулик, тебе за то, что ты меня ждешь, за то, что ты меня любишь. Спасибо за то, что ты родила мне двух красивых детей. Я это никогда не забуду, я это очень ценю. А что я еще хочу сказать мужчинам, чтобы не забывали радовать своих вторых половинок, постоянно баловали их, так как без женщин, без вас, девчонки, мы, мужчины, не смогли бы долго прожить. Это я так считаю, и я в этом уверен. Друзья, я сейчас нахожусь рядом с цветочным магазином. Сейчас зайду в цветочный магазин и выберу самый красивый букет для любимой супруги. Инулик, я тебя очень сильно люблю. Через 10 минут дома. Поцелуй наших детишек. Также Даринке я везу красивую игрушку. Дарин, скоро приеду. Обнимаю. Ваш папа. You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my supergirl. It's okay, I got lost on the way, but I'm a supergirl, and supergirls don't cry. And then she say, it's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl. She loves.